Еще один BMW у меня в ремонте. В этой машине бита левая сторона. Задняя дверь и заднее крыло будут заменены. Машина уже у меня в мастерской. Для ремонта у меня есть донорская четверть и задняя дверь. Ну что, начинаю ремонт. А спонсор этого видео — крупнейший рынок швейцарских автомобилей. Более 100 предложений каждый день. От страховых компаний, банков, государственных служб. Доставка автомобилей по указанному адресу. Сайт работает на 4 языках. Информационная поддержка. Зайдите на сайт и купите свой автомобиль. Ссылка в описании. Итак, установил машину на стапель и разбираю. Сначала вытягиваю заднее крыло. Теперь удаляю поврежденный металл.
Все внутренние элементы тоже удаляю. Я их заменю. Весь мятный металл удален. Теперь я возьму нужные детали с донорского куска. Теперь у меня есть все необходимые детали. Ставлю все детали на машину и свариваю их. Итак, внутренние детали сварены. Теперь подровняю порог. Для этой работы буду использовать споттер. Теперь примеряю заднее крыло и дверь.
все в порядке, свариваю. Итак, сварочные работы закончены. Внутренние элементы заливаю антикором. И после этого ставлю задний бампер и фонари. Моя работа закончена. На эту работу ушло 32 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!